Добрый день, рядом со мной находится Михаил Кулик. Это ресивер тайтенд команды «Киевские бандиты». Скажите, пожалуйста, каковы ваши впечатления об этом матче и что вы хотите рассказать нашим зрителям? Ну, я лично с командой «Минские зубры» играю первый раз, вот, но мне на самом деле очень сильно понравилась, очень крутая команда. Да, мы немножко, конечно, не дотянули, но все было, в принципе, в рамках правил. Вот, ну, немножко там в конце, но это такое, это уже не важно. Ну, победа есть победа, поэтому, ребят, поздравляю вас, вот, до встречи на поле, вот. На самом деле вы показали очень красивую игру сегодня в пасовых, на пасах. И скажите, как вам кажется, чего вашей команде не хватило для того, чтобы одержать эту победу? Ну, в первую очередь, наверное, то, что мы... Это, конечно, не отмазка, но мы вот это всю ночь ехали в автобусе, немножко, почти вся команда не выспанная. Вот, пока собрались с мыслями, там, с этими всеми комбинациями. Вот, опять же, немножко ветер, может, помешал на дальней комбинации. Ну, опять же, таки, это наша полностью ошибка, мы будем эти ошибки отрабатывать. Вот, и в следующий раз покажем лучше, конечно, результат. Тем не менее, вы были молодцами. Поздравляю вас. Спасибо. С неплохой игрой. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что приехали.